Оксана Федорова поделилась секретом роскошных волос автор 502-2020. Многие поклонники Оксаны Федоровой уже не первый год восхищаются ее роскошными волосами, и недавно она решила все же поделиться некоторыми рецептами красоты. В первую очередь знаменитость рассказала о мытье волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Обладательница титула «Мисс Вселенная» 2002 опубликовала видео, на котором во всей красе продемонстрировала свою шевелюру. Предвкушая комплименты и многочисленные вопросы по уходу за локонами, Оксана решила действовать на опережение, поделившись информацией о том, как именно у нее проходит процесс мытья волос. Итак, Федорова советует придерживаться нескольких важных пунктов. Во-первых, шампунь необходимо равномерно распределить по коже головы. Также она уточняет, нужно наносить большое количество на всю длину, только на прикорневую зону. Кроме того, она порекомендовала мыть голову шампунем два раза подряд всем обладательницам волос средней длины. Если уже у вас очень длинная шевелюра, то лучше промыть ее три раза, причем два раза нужно наносить шампунь лишь на кожу головы и один раз на длину. По мнению Оксаны, желательно, чтобы шампунь оставался на коже не менее 2 минут. В это время можно сделать массаж головы подушечками пальцев. Следующим этапом является кондиционер, который следует нанести на всю длину волос, избегая кожи головы. Не забудьте, что впоследствии его нужно тщательно смыть. Также Федорова предостерегает от мытья волос в горячей воде и советует отдать предпочтение теплой или даже прохладной температуре. Когда дело дойдет до полотенца, волосы лучше аккуратно промокнуть, ни в коем случае их не нужно теребить. Завершает список советов такие пункты: ни в коем случае не расчесывайте мокрые волосы. Это повреждает ваши волосы. Перед тем, как сушить волосы феном, нанесите на волосы термозащиту, режим фена лучше использовать холодный. Кавычка точка апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.